Дагилёва вернулась из психушки другим человеком. Актриса рассказала, почему слетела с катушек, кто повернул ее жизнь на новые рельсы. Известная актриса театра и кино Татьяна Дагилёва откровенно рассказала о взлетах и падениях своей судьбы. В программе «Моя правда» Татьяна Дагилёва на Пятом канале она раскрыла телезрителям много такого, чего никто точно не знал. Татьяна призналась, что ее первой любовью стал однокурсник Юрий Стоянов. Дагилёва считала себя недостаточно симпатичной для красавца Стоянова, но он выбрал именно ее. Очень искренняя, страстная такая, так тепло вспоминает Дагилёву Стоянов. Сумасшедший роман между молодыми людьми привел к тому, что Татьяна стала хуже учиться, и тогда она приняла волевое решение бросить Юрия и сосредоточиться на актерском мастерстве. Стоянов через полгода после расставания женился, но, увы, не на Дагилёвой. Артистка стала лучшей студенткой на курсе, но продолжала помнить свою первую любовь и все свои последние увлечения сравнивала с ним. Брак Дагилёвой закончился разводом. После разрыва артистка решилась на смелый эксперимент. Она сделала пластическую операцию. Преображение было таким радикальным, что многие знакомые просто перестали узнавать ее. Однако новое лицо принесло Татьяне новую роль. Но и здесь актрису ждали новые трудности. Сумасшедший рабочий график привел к тому, что она оказалась на грани нервного срыва. Помогли подруги. Они нашли хороших врачей и положили Дагилёву в психиатрическую клинику. Татьяна провела в больнице месяц и признается, что это ее спасло.